Ай, котята, с вами Мурка, дикая кошка. Сегодня на обзор ко мне прилетела просто потрясающая фея. Это фея природы Флора. Почему я на данный момент сейчас ее держу без коробки, которая, закрывала саму куклу? Дело в том, что коробка приехала поврежденная, как в прошлый раз и со Стеллой. Но думаю, что у меня не будет таких проблем, как со Стеллой. В том плане, что у Стелла немножко разболтана, как вы помните, нога. Что я сейчас на данный момент вижу? В комплекте, как и в прошлый раз, только расческа, крылья и потрясающая кукла. Но на данный момент у нее челка просто как у жука, это усики. Это просто нереально прикольно, но надо будет как-нибудь это поправить дело. В общем. Я вам после этого видео покажу пару фотографий именно с дефектами коробки. Это камень в огород доставщикам с Wildberries, так как они уже второй раз мне коробку просто портят. И я не могу сделать нормальную коробку на обзор просто. Так вот, сейчас мы нашу девочку распакуем, и я вам поподробнее расскажу. Ну что ж, мои хорошие, а вот я ее и распаковала немножко, попыталась как-то челочку прибить, но челочка не прибилась. А расскажу во время распаковки. Дефект, мне кажется, теперь у всех кукол такой. Именно серии Onyrix левая ножка. Вот это вот левая. Не, правильно, левая ножка разболтанная. Для меня это не является минусом, потому что куклы будут коллекционными и стоять они будут просто у меня на полочке и ждать своего часа, например. А дальше по одежде. По материалам мне очень понравился как костюм Стеллы, так и костюм Флоры. Достаточно мягко, точнее, достаточно мягкая ткань, хорошо тянется. В принципе, все то же самое, что и у Стеллы по костюму, только единственное, что крылья совершенно другие. Да, ребят, под прошлым роликом я ляпнула, точнее написала это, как вам объяснить, написала, что типа забыла упомянуть о том, что крылья несъемные. Ребят, крылья съемные. Крылья полностью съемные, и я вам, в принципе, сейчас это покажу. Кстати, у Флоры очень красивая, блин, вот так вот. У Флоры очень красивая коса, и она мне безумно нравится. Ладно, мы пока к стенке. Крылья съемные, то есть сейчас я вам их попытаюсь у Флоры открепить. Вот, то есть крылья съемные, если надо какие-то, допустим, костюмы другие или в подобном духе, это все потрясающе. Кстати говоря, опять же, волосы, как и в случае Стеллы, очень-очень мягкие, очень-очень податливые. Мне безумно понравились волосы у Флоры. Это что-то с чем-то. Кукла также может стоять самостоятельно, но... Секунду, поверну камеру на них. Но здесь нужна все-таки подставка. И в случае Флоры чуть-чуть вывернута левая ручка. Это вот, блин, вы видели, в какой позе, в принципе, она в коробке. И просто я представляю, сколько она уже там лежала. В общем, вот, ребят, кукла достойная, кукла годная, а как для игры, так и для коллекционеров. Ну, в моем случае. Вот. И, в принципе, очень-очень советую ее купить, даже вот, ну. Вообще, мне вся серия Onyrix понравилась. Пусть у меня пока только две куклы, но я собираюсь собрать полную коллекцию шести фей. Так что вот, а теперь, ребят, я покажу пару фотографий, которые меня смутили с коробкой, и также небольшую фотосессию наших девочек. До встречи в следующем видео, и пока-пока!